С 1 января 2024 года физические лица, получающие доходы в виде региональных и муниципальных грантов, премий, подарков в денежной или натуральной форме, освобождаются от уплаты налогов на доходы физического лица. Так, федеральным законом от 14 ноября 2023 года номер 533 ФЗ о внесении изменений в статью 217 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что не подлежат налогообложению в том числе доходы в виде грантов, премий, призов или иных подарков в денежной и натуральной форме по результатам участия в региональных и муниципальных соревнованиях, перечень которых утвержден высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации или решением исполнительного органа муниципального образования в виде выплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, иных мероприятий и обратно, оплаты питания, а также предоставления помещений во временное пользование, полученные налогоплательщикам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. Предполагается, что внесенные изменения распространяются на полученные доходы с 1 января 2023 года.